Всем привет, ребятки, меня зовут Ручка-Пучка, и надеюсь, вы пришли по адресу. Сегодня я вам расскажу, как же убрать вот этот вот кружок, чтобы вы управляли и был крестик. Итак, заходим на эти две палочки. Тут продолжить игру, настройки, рынок, сохранить и выйти. Нажимаем на настройки. Так. Ищем касание. И ставим самый низ. И тут у вас будет кнопочка «Разделить элементы управления». Нажимаем. И вот у вас его нету. Если вы будете от первого лица, то у вас будет обычный крестик. Надеюсь, я вам помогла. Всем пока-пока.